Во время афганской войны Геннадий Валентинович Пущин был в Кабуле на реконструкции хлебокомбината, работал инженером телефонной связи. С 1975 года ветеран начал увлекаться коллекционированием военных писем. На сегодняшний день в коллекции Геннадия Пущина более 1000 писем, марок, конвертов и почтовых открыток периода Великой Отечественной войны. 6-я рота ВДВ, 84 погибших, из них только трое наших нижегородских, из них 21 герой Российской Федерации. Я собрал более 70 писем от них, которые они успели написать самым ближайшим родственникам, женам, мамам. Вот, я, конечно, этим горжусь. Отдать такие вещи, как бы уникальные, это очень непросто. В студенческие годы Геннадия Валентиновича вдохновила большая экспозиция военных писем на третьей всеармейской филателистической выставке. Тогда-то у коллекционера и родилась мысль собрать и организовать свою передвижную выставку. Нижегородец знакомился с родственниками солдат и самими ветеранами войны. В 150 музеев страны есть экспонаты из коллекции Геннадия Пущина. Передвижная выставка побывала и в Сарове, в библиотеке имени Пушкина. Вот на этой экспозиции 110 военных писем где-то, я считал. Вот, все подлинно, никогда не признаю копии. Это достаточно трудоемкое дело, время занимает. Чтобы создать хотя бы вот один, я там сейчас покажу, вот самое, чем я сейчас занимаюсь, вот, то надо порядка 2,5 часов. Это только моего личного времени, не считая того, что еще подключены другие люди, которые там что-то доделывают, потом печатается. В Пушкинке Геннадий Пущин встретился с ветеранами труда и юными читателями библиотеки. Гость рассказал о своем хобби и об экспонатах передвижной выставки. Поговорил о периоде Великой Отечественной войны, о ее битвах и героях. Самые активные ребята получили на память самодельные почтовые карточки с фотографией героя-нижегородца. Я раньше не знала не все битвы Великой Отечественной войны, и сегодня я узнала как минимум 3 этих битвы. Это Московская битва за Сталинград, и побольше узнала о Брестской крепости. Вообще такие мероприятия очень патриотичные, вызывают интерес к своему прошлому, чтобы изучать что-то новое, узнавать какие-то интересные факты. Встреча прошла в рамках реализации грантового проекта «С русским воином через века» международного конкурса «Православная инициатива». Филателистическая выставка продлится в библиотеке Пушкина до 23 июня без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.